И всем привет, с вами Драконай, и сегодня я буду рисовать котиков. Сейчас я приготовлюсь и вернусь. И я вернулась, и я могу начинать, в принципе. Такой котик милый, мне он понравился. Надеюсь, он получится нормальный. Пока что так себе. Ну ничего. Я, конечно, не совсем так планировала, но ничего. Текс. Пока что норм. Я думала, будет хуже. Ничего, я думаю, сейчас. А, ну это так должно быть, в принципе. Ну, норм. И фу, вот что получилось. Я решила добавить к нему несколько предметов, и сейчас я это сделаю. Типа это будет шапочка лягушки. Только она, походу, получится стрёмная. Ой, что за кошмар? И, кстати, кто хочет тутор на дракона, пишите в комментариях. Ой, ему надо хвостик добавить. И вот, теперь надо раскрасить. Какой же цвет мне взять? Вот этот. Ой, темная. Возьму чуть-чуть другой. Все получше. Вон то это ничего типа. Надеюсь. Ой. В принципе, норм. Сойдет. Он какой-то смешной, слишком получился. Даже стремноватый. Хочу добавить к нему тени, и вот меня пугает глаза его. Сейчас кое-что добавим. О! Идеально! Ой, еще вот так. Да, теперь идеально. Так, чтобы еще добавить. Может, это чуть подойдет? Надо попробовать. О! Да. Норм, 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 норм. Мне нравится. О! Ну, прикольно, в принципе. Теперь нужно сделать щечки. Возьму вот этот вот, ой, светленький цвет. Ну, теперь надо сделать коктейльчик. Какого он будет цвета? Вот. Вот это. Ой, ну да, норм сойдет. Извиняюсь за то, что часто говорю слово норм, но ничего.
Ну да, в принципе, норм. Ой, опять. Вот так, вот так, вот так. Теперь надо сделать ухи и... А, и хвостик. Ну, я его, он у меня, наверное, будет беленький. Нужны какой-нибудь розовый, чтобы чуть-чуть подтянить. Он слишком темный, но ничего. Нормально. Ну, мило, в принципе. Правда, он на меня почему-то смотрит, как убийца. Так, остались последние штришки. Опа. Может, ему это... Ой. Не надо было ему это делать. Ну ничего, сойдет. В принципе, красиво. Сейчас покажу результат. Ну и вот такой котенок у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.